У меня блин. Это чувак какой-то, походу, в PSN сломал и купил какое-то говно за 300 рублей. О, так, не поблагодарил его. Какое-то анимешное говно за 300 рублей продавал. Ой, Сайден придумал отмазаться. Какую-то анимешную порную игру меня взломали и купили. Ой-ой-ой-ой. Меня играли 300 часов. Ай-яй-яй. Чёрт, ты в смысле? О, а. Be careful what you wish for. Чёрт, ты в смысле? А, ясно. Be careful what you wish for. Ты можешь, Денис, туда шумиху... Нос сломал. Нос сломал. О, правда, могу костян. Не, ну вареная картошка сработала. Просто если даже туда просто масло ебануть, вот сливочного, то получается охуительно. А я вот никогда так не делал, кстати. Да уже я обычно, если картошку готовлю, я ее, ну, нарезаю тонкими кусочками, перемешиваю с оливковым маслом, со специями и запекаю. Ебать, я обычно майонез хуярю в такую картошку. Сушеф, дамы и господа. Тупо картофан с майонезом, блядь. Блюдо от сушефа. Блюдо от шефа, да. Причем майонез просто так швыряет на стол. Вот, пакет провансаля запечатанный. Сам разберешься. Денис, а ты помимо Сиджи сейчас во что-то играешь? Ну так, чуть-чуть поигрываю в ВОВ. Да, чуть-чуть. Ну типа так. Часов по 17-18 в сутки, не больше. Не, я имел в виду из мультиплеерного. Ты в колду же не играешь? Нет, я только в сингл играю, в ВОВ. Ничего мультиплеерного, Заки. Очень сложная игра стала. Эти три шрифта в логотипе. Отлично, ребята. Вышел патч, я зареспавнился где-то в текстуре и не могу выйти. Кайф, красота. Найс просто. Охуетительно. Игра недавно появилась, ранний доступ еще. Да, да, да. Строго, маленькая студия. Ага. Что вы хотите? Вообще инди-студия. Никаких крупных проектов, сотрудников не хватает, средств тоже. О, теперь я появился в текстуре. Твоя очередь. И я. Я тоже. Добро пожаловать, пацаны, в новую обнову. Так, hold to deploy. Кайф. Ну-ка. О, толчок расширили. Чё, у тебя жопа влазит? Теперь я могу пройти в туалет, пацаны. Не, ну как бы для меня идеальный вес был бы 89-90. Я сейчас имею, ну как бы 9 лишних килограмм надо бы дать. У тебя как бы не вес важен, тебе мышцы нарастить, жирное чудище. Блин, мне нравится сегодня наш приятный вечер легкого шейлинга. Сайдет, как будто этот из спортзала не вылазит. Аполлон Серовский. Жирное чудище. Сказал Сайдет, перекладывай свои складки. С одного стула на другой. Да-да-да. Жестко. Ладно. Да, потек уже стрим. Твич. Говорят, работает, Костян. Не знаю, кстати, кто работает. А, знаю, точно, твой парень работает, он рассказывал. Мне нравится, что вот эта шутка, она уже, блядь, 4 года не меняется. Только запускается стрим, Костян всегда, не пропустив ни дня, начинает Заки про парня спрашивать. Я не знал, что уже запустилось. В дропсах дикпики Денис падает. В качестве брелока. Да. Блять, что-то я хрюкать стал. Ну, в свиноту превращаешься. Это твоя диета из 4-слойных пицц, явно до хорошего не доведет. Я один раз его заказывал. Это как в фильме «Собачье сердце», только наоборот. Свинячье сердце. Ой, блять, у меня липучка. У тебя чё, Сайдет? Понятно. Типа. Ну это, пацаны, кто-нибудь может разломать стену-то? Так ты же жирный, пробей. А, точно, блядь. Сайдет, спасибо. Забыл, кем играет. Найс. Забыл, что я могу сам пробивать стены собой. Вот, на балкончике слева. Так я ж его там трахнуть смогу. Уже с другой стороны висит. А, нет, не смогу. Или смогу. А, да, смогу. Фуф. А, я же слэдж. Чё я, блядь? А пойдём сломаешь мне гараж, а то я... Да дрей, блядь! Чё такое? Больно. Почему так больно? А где...
Где настоящие враги? Настоящие враги, Андрей, по другую сторону твоей винтовки. А это где вообще? Здесь зеленый дом. Опаньки! Нормально, лежит такой чилит, просто беспалевный. О, у Дениса дом. Опаньки! Вот эта встреча. О, у Дениса было круто. Да, было круто. Блять. Андрей! Второй раз за день. Я успел. Как говорится, хорошо, когда вот такой тиммейт неметко стреляет. А то, блядь, есть у нас один тиммейт, Сережа, который по врагам стреляет мимо, зато по своим всегда хуярит точно. Жестко. Просто в какую-то рандомную точку в комнате начал хуярить. Ну, а начали захватывать, меня позвонили. Че еще делать? Типа, сначала хотя бы примерно посмотреть, где враг. А вдруг попаду, ну а где еще? В уголочке. Я, кстати, в правильном направлении стрелял. Что-то, да, примерно в их сторону. Примерно в его сторону. Примерно в его сторону примерно попадал. Удивительно точно стрелял. Говорили классики. Так, я подрубил. Че ты... А, ты пока не включил? Ну вот, значит, вы с твоим парнем идете по улице, и что? Да сука, он же сказал, я подрубил! По-моему, это специально. Классика. Ну, Заки, блядь, ну ты чё, и видим, как Костяна на обочине собака трахает. Ну чё ты, блядь? Я не знаю. Таким парнем, давай так же. И тоже начали Костяна трахать. Денис, когда ролик с шутками моими будет? Или с рубрикой? А шутки как-то Заки, будут? Заки, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Что это значит? Я тебя не понимаю. Значит, пошути, а потом будет ролик. Ага. Ну так, не договаривайся. Стоп, Денис Карамышев? Карамышев? У него такая фамилия. А может, Карамыслов? Заки отчаянно пытается попасть в рубрику. Надо всем в хитмены играть. Посиди. А чё у него такие высокие оценки? Он чем-то гораздо лучше, чем Ампер второй? Нет, ничем не лучше. Но мы сейчас не будем как контент для подкаста разбазаривать. А можно считать первого, второго и третьего отдельными типа играми? Или нет все-таки? Мы расскажем об этом в подкасте. Прибереги эти вопросы для... ответов. Для рубрики ответов на вопросы, которые мы введем года через три. Мою? Ага. Что твою, блядь? Это прям как я делаю все. Мою? И прохожу игры. Я пройду игру. Ну, года через три. Рубрика. Заки услышал слово триггер, рубрика такой, моя. Я до сих пор не понимаю, что значит стрип-систер вообще. Ну, сестра. Сводная сестра. Сводная. Ну, это, короче, та женщина, которая постоянно застревает во всяких непонятных местах. Стиральные машины, там вот это все. Да. Под кроватью. Под кроватью, да. Вот Саня шарит. Никогда не понимал вот этот тип порно. Вот не знаю почему, мне кажется, таким нереалистичным. А то порно из-за реализма смотрит обычно, да? О, да. А! Допрос, пацаны. Это очень плохо. Причем я был рядом. Я просто не знал, где ты. Видел? Прилетел гранат, боже, перед тобой. Так, а я один, да? Окей. Взяли, блядь, и умерли. Денис стучил в мою подмышку. Пиздец. Тварь какая. Hello. Вы нихуя. Вы что, издеваетесь, что ли? Что за спайдермены, вашу мать? Он на лестнице, Денис. Да-да-да, я слышал его. А, слышно, топочек. Чего байтишь? Я его на дрона хотел забайтить. Фух! Хорош. Красава, вывез. Блин, да я сегодня в ударе. Два MVP из двух. Вообще. Играть наконец-то научился впервые за 5 лет. Ой. Чью-то хрупкую маскулинность нарушила моя череда побед. Паломаля. Череда побед.
Дима услышал корень обед. Что? И захлебнулся слюной. Бля. 20 minutes later. А, Денис? А? Где твоя череда побед? Ну, еще nothing is over. По-моему, ты уже внизу. Мне нравится, как Диме нужно срочно восстановить свою мужественность. Да, а то просто пиписи уже вовнутрь так и завернулась. Бля. Ну я запомнил, короче. Костян. А я тут в местной палатке спрашивал, мне говорят, из Азербайджана больше не завозят мандарины. Ну, парня своего спрашивал, в смысле, про которого ты рассказывал. А, ты услышал, что я стрим запустил, да? Ну, это стрим запустил. Да. А чё ты там про своего парня-то рассказывал? Ой, господи. Знаете, что Заки пушка в говне? Там, блядь, в говне. Вы заметили, что у него рот в говне? Какой-то, блядь, лягушонок Пеппи выпрыгнул. Ой, матерь божья. Что это было? Заки такой, дам я еще похуй на тебя. Блять, сайт опасный. Он предупредительный, заложнику в голову сделал сначала. Я это предупредил, просто понимаешь. Ты туда прокрыться хочешь, что ли? Хрена трассер дал! А ты нахуй это сделал вниз? Ну, чтобы окошко простреливать снизу. Так тебя же наоборот самого прострелить. Нет, я отсюда уйду. Сука, блядь. Это за тебя прострелят. А где он, пацан? Он прям на точке, возле двери в каморку. Хорошо. Хорошо, да? Идеально приготовил. Красиво. Так, какая же красавица. Блять, мне кажется, Сайдет одинокими вечерами тряпку просто дома ебёт. Чё? Можно, Костян, надеюсь, не против? Да запускай, запускай. Да я запустил уже. Мразь. Ну ладно. Ну так вот, значит, что, Заки, получается, идете вы с твоим парнем, гуляете. И встречаем, короче, тебя с твоим парнем. Вот, да, и мы вместе все вчетвером. Да, и мы... Так, не понял, я каким образом оказался в этой истории? Hello there. Это что было, я не понял. Так, а Серега, у вас-то есть какой-нибудь свой спитник Ви? Нет, у нас европейскую будут покупать. Ебать, ты расист, блядь. Почему расист-то? Так. Подвал. Ебать, тут натоптано, сука, нах. Ёбаный рот. Ты не техничка проснулась. Пришли, натоптали. Ноги не вытирают. Сын этот пиздец. Я вижу. Мне на окне. На какую актрису поменяют экраны? Прям... Ни на какую, просто выведут. Нет, почему? Сказали, что поменяют, ей реказ сделают. Да ладно. Нет, Disney заявили, что А ее за что убирают с сериала? Из-за того, что это? За то, что она в Твиттере много пиздит. А у Disney совсем яичек нет, да? Ну как, есть только во рту. Да. Мне что-то, по-моему, Корана убирали, но, по-моему, же ее вернули вроде, не? Вообще трупаться на это руками делают, сковородки само делают, просто так руками делают. Хотя кто-то говорил, что Денис выкладывает футажи очень старые, так что, возможно, это очень старый диалог. Ты-то ебать повар, а мы-то... Да ладно, я тоже так умею. Я помню, я однажды так яичницу сажаю. Угадайте, куда она улетела? Потолок? Не в мусорку сразу. Ну, хоть не на пол. А у рекрута... А вот такой только дробовик может. У рекрут. Блять, это очень сложная лингвистика.
Сука. Найс.